В эти минуты в Праге проходит многотысячная акция протеста против размещения в Чехии системы ПРО. Как свидетельствуют опросы, две трети жителей страны против размещения американского радара на ее территории. На связь со студией Первого канала выходит корреспондент Тартас Игорь Шамшин. Он сообщит всю последнюю информацию. Игорь, добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Действительно, сегодня в центре Праги на Вацлавской площади проходит крупнейший митинг против правил размещения радиолокационной станции близ Праги. Согласно в нем организаторам, в нем принимают участие почти 5000 граждан. Немножко подкачала погода, 32 градуса, и поэтому участников было бы больше, но прожане многие из них предпочли выехать на дачу. Тем не менее, это рекордное участие. Здесь присутствуют как известные политики, так и рядовые граждане. Это ложь, что нам угрожают ракеты Северной Кореи и Ирана. Ложь, что они усилят нашу безопасность и безопасность всей Европы. И в-третьих, ложь, что станции не представляют угрозу для здоровья населения. Мы хотим, чтобы у нас дома был мир. Мы не хотим войны. Создание военных баз только нагнетает ситуацию. В ходе митинга проходит сбор подписей под петицией к властям с требованием обязательного проведения общенародного референдума. Организаторы сообщили, что уже собрали более 30 тысяч подписей. Сегодня ожидается, что к ним прибавится еще 5 тысяч подписей. Интересный факт, что здесь в ходе сбора подписей свои подписи ставят и иностранцы, посещающие как туристы чешскую столицу. Дмитрий. Большое спасибо. Из Праги на прямой связи со студией Первого канала был Игорь Шамшин.